стихи московского поэта Игоря Царева «Не покидай меня». Веселый ангел миражей обводит гвоздиком, комета небо сторожит, виляя хвостиком. Там у галактик рукава с каймою вышитой, а тут по маковку трава. Куда уж вышита, нам это поле перейти, бок о бок выпала. Я весь рябинник на пути руками выповал. Осталась только лебеда неистребимая, но ты меня не покидай, моя любимая. Осталась только лебеда неистребимая, но ты меня не покидай, моя любимая. Над синей крышей дымок и стол под сливою. Старался сделать я как мог тебя счастливою, чтоб путеводный свет не газ в пути бы выручил. Я отче наш, как отче нас, на память выучил. Синицей теплою в руке, ручным ли соколом, неважно как, неважно кем, я буду около. Какая бы ни была беда, тебя не брошу я, и ты меня не покидай. Хорошая, какая бы ни была беда, тебя не брошу я, и ты меня не покидай. Моя хорошая. Литературная совесть нашего клуба, человек, у которого мы все учимся писать стихи. Ну, я не буду все рассказывать о его там книгах и достижениях, я скажу только, что его имя вписано в антологию русских поэтов Украины, такую громадную книжку, в которую больше никто как бы из нашего клуба не попал. Ничего подобного. Да. Попал еще. 26 харьковчан в этой антологии. Я говорю о нашем клубе. Александр Андреевич Виноградский. Вчера ко мне заявился мой 10 А-класс, не в полном, конечно, составе, но заявился. Рассказали, что там случилось за истекшее время, повспоминали всякие происшествия, вспомнили свой любимый параллельный 10 Г-класс и его потрясающего классного руководителя Сергея Петровича Шинкаренко, поделились воспоминаниями, нет, впечатлениями о том, как они сейчас себе оформляют пенсию. Я на них смотрел. И среди них была бывшая ученица, уже бывшая, конечно же, которая не знала, что для нее я когда-то написал стихотворение. Она не знала и не знает по сей момент, потому что тогда читать это стихотворение было не педагогично, а сейчас вроде уже и поздно. Итак, девчонки, не выучившие отрывок из «Слова о полку Игореве».
О чем молчишь? Прости, о чем грустишь, девчонка грустная, с глазами росными под стать траве? Девчонка грустная, по предкам русская, с косой, с копной русою на голове. Грустишь, наверное, ты о неведомом, о непохожих, которых нет. Уж так у русов давно заведено грустить о будущем в 15 лет. Грустишь о будущем в 15 лет. Глядишь в далекое, а видишь давнее. Блестят в закате шишаки, идут днепровскими густыми плавнями червонощитные полки, и смотрит след им девчонка грустная, с глазами росными под стать траве. Девчонка грустная, по дедам русская, с косою грузную на голове. И словно ты, уж так заведена, в 15 время торопя, она пытается узнать неведомое и видит, может быть, тебя. Я буду посмотрю, а то что-то спотыкаюсь в тексте. Письмо номер 5 о школьной любви. Но вот и расходятся наши пути окончательно. Какая удача без слов и без слез и без мук. И нам не придется встречаться, писать или чатиться. Из нашей истории лучшее в память возьму. Как были скромны, Боже милый, и как осторожны мы. Внезапно друзья и порой безотчетно враги. Не в силах расстаться, не в силах остаться. Похоже, мы, как два дуэлянта, тогда нарезали круги. И смех твой, и говор, и чудо касанье небрежное в неразберихе чужих женихов и невест. Науки постигли, в себе мы невежды по-прежнему. И благословили твой дальний внезапный отъезд. Что с нашими жизнями глупые посотворили мы, прощенье у жизни не выкрасть и не намолить. Но слава Всевышнему, сплетники жадными рылами ни разу дотронуться к нашей любви не смогли, ведь только седыми мы встретились, встретились, встретились. Ведь лишь на закате сумели друг друга узнать. Но мы никогда не играли от юности в лишнего третьего, а то, что стряслось, не твоя, не моя, не вина. Ах, ссорились мы, это правда, зато не скандалили. Был ливень упреков и громы, и грозы порой, родня по душе, но так сложено жизнью, что дальняя, и доля разводит нас вновь. Вот нам Бог, вот порог. Вот так и расходятся наши пути окончательно. Какая удача! В памяти деда моего, Михаила. Новомученика и исповедника Русской Православной Церкви 20 века. В памяти отца моего, Андрея.
красноармейца и партизана Великой Отечественной войны. Памяти Отечества моего, которое они строили по разумению своему, а я не уверен. Придет последний вдох, уйдет последний выдох, и всколыхнется свет предвечного огня. Кто предали меня, кого я выдал, вы соберетесь около меня. Свидетель каждый прав, грехи мои безмерны, но перед трибуналом до конца от прошлого, от блага и от скверны не отрекусь, не отверну лица, ни от чего не отверну лица, ведь человек волна прихлынет и откатит, то счастьем одарят, то счастье отберут. Страдальцем я бывал, бывать случалось катом, проигрывал и вел свою игру не праведней других и не грешней, наверное. Пройду путем и деда, и отца от прошлого, от блага и от скверны. Не отрекусь. Не отверну лица, ни от чего не отверну лица. Прости, Господь, мой род, неистовый и грешный, за нашу жизнь Твоим заветом вопреки, и чтоб блуждали мы во тьмах людских кромешных, не разглядев протянутой руки, но даже зло творя, добру служили верно, нам были мерой 9 грамм свинца от прошлого, от блага и от скверны. Не отрекусь, не отверну лица, ни от чего не отверну лица. То камни разберем, то камни разбросаем, то воздвигаем крест во прахе и пыли, растерзанный землей бредет судьба босая, кровавый след история земли, а мы идем за ней, кто весело, кто нервно, и каждый сам себе, и псарь, и царь. От прошлого, от блага и от скверны не отрекусь, не отверну лица, ни от чего не отверну лица.